Фестивале «Алматы Арт» Дестерле Ултык Венерды Жангырту, приуроченном к тысячелетию города, приняли участие сотни студентов и преподавателей художественных вузов страны. Вниманию посетителей молодые таланты представили работы, отражающие историю, культуру и облик нашего мегаполиса. Главная цель фестиваля – продемонстрировать культурное разнообразие нашего города. А также мы хотим популяризировать изобразительное искусство Казахстана. Основное условие для участников – их произведения должны быть посвящены Алматы. По словам организаторов, данный фестиваль даст импульс начинающим художникам для дальнейшего развития их творчества, изобразительного искусства в целом и воплощения новых оригинальных идей. Кстати, здесь были представлены не только живопись, графика, но и ювелирные украшения, резьба по дереву, вышивка и керамика. Наш фестиваль помог выявить новые таланты. Мы поняли, что у нас очень много достойных детей, которым интересно искусство, которые хотят продолжать творить и радовать всех своим творчеством. В рамках мероприятия состоялись конференции и мастер-классы по декоративно-прикладному искусству. Это позволило ребятам обменяться опытом и набраться новых идей. По итогам фестиваля были выбраны лучшие работы. Авторов наградили ценными призами. Теперь подобные конкурсы организаторы планируют проводить регулярно.